Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс, и мы продолжаем новую рубрику ТОП-13 самых-самых. В предыдущем чарте о самых желанных вы спорите со мной о том, что не попало на первое место Тора базовая. И вроде даже недовольны некоторые, что на верхушке Олимпа увидели Кэти Пятница 13. Скажу вам сразу, что чарт делался не просто из нереальных хотелок, а больше из хотелок, которых вам родители могли бы купить. Ну то есть это те мечталки, которые вы просили у родителей, и они их вам осуществляли, исходя из принципа цена-качество. Можно было бы назвать тот чарт «самые продаваемые хотелки». Мечталки из разряда «хочу быть шамаханской царицей» я не рассматривала, но подумаю. Возможно, чуть позже я сделаю опрос в своей группе ВКонтакте о вашей самой нереальной хотелке. Подписывайтесь и следите за опросами. Ну а в сегодняшнем чарте мне хочется прикоснуться к изящному. Поэтому наш топ будет называться ТОП-13 самых шикарных, нет, не монстряшек, а нарядов. Это некий модный приговор. Итак, начинаем. На 13 месте находится двойной пэк Schools Out Дракулаура и Клод Вульф. Выпускной – это самый важный школьный вечер для многих учеников школы монстров. Специально для этого пара подбирала наряды целый день. В итоге Дракулаура надела стильное розовое платье, а Клод – модные джинсы и бирюзовую кепку. Под номером 12 представлена CA Cupid Sweet 1600. Купидон одета в белое платье с пышной юбкой и множеством изящных черных узоров. На ногах необычные черные туфли на среднем каблуке. Да уж, Купидон умеет покорять сердца своим безупречным внешним видом. 11 место в нашем рейтинге занимает Клео Даниил Ghouls Rule или Хэллоуин. Этакая фея из сказочных снов с маскарадной маской на длинной рукоятке. Зеленовато-черные волосы уложены в таинственную прическу, похожую на прическу царицы Клеопатры. Тело плотно обтянуто золотистой искрящейся тканью, словно опоясанной тонкими бирюзовыми ленточками. Широкая невесомая юбка из полупрозрачного черного шифона, и она скрывает ее ножки, обутые в бирюзовые туфельки. Прекрасный аутфит и куколка. На 10 пункте находится вандала Haunted. Итак, перед нами настоящая пиратка вандала Даблунс. Свой стиль вандала называет «Йо-хо-хо Боха Шик», и именно в нем выполнено ее чудесное сложное платье. Рваные края, множество видов тканей, различные морские принты, но самая выдающаяся часть ее образа – это большая шляпа пирата-капитана. А характерной особенностью этой девушки, помимо того, что она привидение, является наличие съемной костяной ноги. 9 место присуждается Кейрану Валентину и Джинни Висп Грант Комикон 2015. На Валентине строгий костюм с яркой бордовой рубахой, а Висп, как всегда, сделала необычную прическу, надела стильное платье и красивые туфли на высокой платформе. И все идеально сочетается между собой. 8 место отправляется Lagoon Blue Dawn of the Dance 2011 CD Purple Edition. Лагуна Блю словно волшебница из сказки. Ее томный взгляд, шелковистые волосы и лазурное платье заставляют всех вокруг замирать в ожидании. Ну а ее ирокез прекрасен, просто огонь. Сумочка в виде ракушки, туфли оригинальной формы и другие атрибуты делают ее все еще более эффектной и запоминающейся. 7 место по праву принадлежит Дракулауре Ghouls Rule или же Хэллоуин. Вот она, настоящая королева любой вампирской вечеринки.
роскошные густые черные волосы сбиты в пышную прическу. К серой, плотно облегающей фигуру кофточки прикреплены сзади два огромных крыла летучей мыши из тонких черных обручей. Сзади юбка украшена прозрачным серым шлейфом. Черно-розовые чулки облегают стройные ножки, обутые в черные с серебром элегантные туфельки. Дракулаура подобрала поистине шикарный маскарадный костюм. На шестом месте Клод Свит 1600. На день рождения Дракулауры Клод тщательно подобрал свой образ. На праздник он пришел в узких джинсах, невысоких серых сапогах, черной рубашке с голубым галстуком и роскошном цветном пиджаке голубого цвета с золотой подкладкой. В этой серии наш Клод очень похож на кумира молодежи середины 20 века Элвиса Пресли. Этот образ стал иконой стиля. 5, 4, 3, 2, 1. А теперь мы плавно перешли к пяти самым-самым шикардосным нарядам. Кто же это? И пятое место заслуживает Гулия Down of the Dance. На вечеринку Гулия прекрасно уложила свои шикарные синие волосы. Рваная красная юбка на платье переливается и блестит, как и верхняя часть белого цвета. На ногах у нашей красавицы колготки в сетку и упомрачительные блестящие красные туфли. А какие же стильные очки она надела, да вы только посмотрите! Теперь Гулия будет самой главной красавицей этой вечеринки века. Ведь от нее пафос так и прет. Осталось только придумать номинацию, на которую ее пригласить. Четвертое место отправляется в подарок первому базовому аутфиту Клео Даниил. Перед нами самая настоящая одежда королевы. Все выглядит ужасно богато, ну в хорошем смысле. Золотой наряд идеально подходит этой красавице Клео Даниил. Бронзовое место занимает Дьюс Гаргон «Рассвет танца» Down of the Dance. Стильный Дьюс из школы Monster High никогда не пропустит ни одной вечеринки, ведь он отличный танцор и любит компании. В этот раз он решил пойти на дискотеку и надел зеленую рубашку с черным галстуком, также оригинальный клетчатый жилет и длинные черно-белые брюки в вертикальную полоску с подтяжками. Его образ дополняет удобные танцевальные кроссовки и клубные очки в большой фигурной оправе, а черная роза – это просто загляденье. В общем, этот мальчик точно шикарен. Серебряное место, как вы не будете смеяться, отправляется Кэти Нуар Ghouls Night Out /базовая, /пятница 13 и /13 желаний. Несравненная Кэти, пожалуй, одна из самых загадочных и эксцентричных дам в школе монстров. Она быстро завоевала сердца всех поклонников этой франшизы и заняла первенство по популярности. Грациозная черная девочка-кошка одета в шикарное розовое платье от лучших кутюрье. Яркий и стильный макияж, а также высокие серебряные сапоги сильно выделяют ее на фоне остальных. Ну и золото получает... Ой, нет, извините, это не та номинация. Золотая статуэтка отправляется эксклюзивной кукле Дракулауры Collector Doll. Стильная, добрая, романтичная Дракулаура выполнена в абсолютно новом облачении. На красотке платье а-ля русалка из искрящегося сатина с кружевами. Все детали выполнены в максимально классическом стиле. Оказывается, именно так выглядели вампирши веки этак 18-м. Именно такую Дракулауру вы бы встретили на узких улочках Ландума. Да, именно классика – это главная фишка новой коллекции Monster High Collector. Еще у куколки в руках стильный кружевной зонтик, а на лице яркий макияж. На голове очаровательная шляпка, напоминающая искусно переплетенную паутинку.
На этом мне сказать больше нечего. Пишите в комментарии, кто, на ваш взгляд, заслуженно или незаслуженно получил то или иное место. Ставьте лайки, если вам понравился топ-13 шикарных нарядов Monster High. А также подписывайтесь на канал. Be cool and crazy. Пока-пока!